Приветствую всех муравьиных любителей на своем канале. Сегодня мы будем делать пробежечный формикарий для желтых сумасшедших муравьев Наполепис грацилипис. Для этого нам понадобится пластиковый контейнер, резиновые сальники, которые мы впоследствии вставляем в заранее проделанные отверстия в нашей емкости. В этой пробирке находится моя шестиматочная колония анаполепов. Далее все пробирки мы вставляем на их места. Для декора арены я буду использовать песок красного цвета и бежевого. Также различные коряги и камень. Заливаем гипс. Вставляем в него украшения. И засыпаем песок. Один из сальников, который я пока что не буду использовать, закрываем кусочком ваты. Наносим антибобек по краям арены. Вставляем два инкубатора. И из пробирки с муравьями вытаскиваем закрывающий ее ватный тампон. А вот вам муравьи в макро. Наслаждайтесь. Тут я решил дать муравьям каплю медового сиропа.
На этом видео подошло к концу. С вас подписка, лайк, репост, а с меня годное видео. Все, всем пока.